Приветствую, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Я буду каждый день рассказывать интересные факты, про которые, возможно, вы не знали. Так что желаю вам приятного просмотра. Первая коляска была спроектирована так, чтобы ее тащила коза или животное аналогичного размера. Уильям Кент, ландшафтный архитектор, изобрел первую коляску для третьего герцога Деванширского в 1733 году. Но вряд ли ожидалось, что родители из высшего класса будут прилагать усилия для перевозки своих детей, поэтому Кент разработал свою модель так, чтобы ее тянуло маленькое животное, например, коза. Также не забывайте подписаться на наш канал, поставить уведомления, чтобы не пропустить интересный факт, и в благодарность нам ваш лайк. Всем спасибо!